звук – это проявление высшего, это ощущение, это другое восприятие. А, один, два, три. Мы же там тоже импровизировали, точно так же. И все рождается спонтанно, вот это и красота. Я мечтал об этом всю свою жизнь, чтобы музыка рождалась сразу, здесь и сейчас. Когда мы играем, когда мы и произносим какие-то звучания, вибрации, туда же входит мантры, кстати говоря, это дает образы, образное восприятие. Соответственно, у людей возникает состояние. Это состояние, которое, к которому все стремятся. Музыка наиболее магически влияет на сознание человека, в хорошем смысле. Возможность развернуть свое внутреннее сознание, прочувствовать его. То есть, во-первых, это драйв, во-вторых, это музыка, это барабаны, это ритм. Волшебство, магия. Очень роскошно. Ощущение дрожи, ощущение наполненности, ощущение просто колоссальное. Если есть строгие ритмы все время, то в этих ритмах сложно раскрыться, потому что есть однонаправленность. Когда музыка пространственная, она позволяет человеку что-то прочувствовать внутри себя. У нее есть и время, он не торопится никуда. Поэтому мы играем такую несколько космическую музыку. Thank you.